Исправительная колония номер 4, расположенная в селе Алексеевка Белгородской области, становится по-настоящему звездной колонией. Не так давно ее покинули Александр Кокорин и Павел Мамаев, а зато в скором времени туда заедет Михаил Ефремов. Таким образом, официально подтвердились догадки правозащитников. По словам адвоката артиста Владимира Власова, это единственное исправительное учреждение для впервые осужденных, которое имеется в регионе. От столицы оно находится на расстоянии в 670 километров. Максимальное число сидельцев ВК составляет 111 человек. Для самодеятельности, и в том числе театральных постановок, условия в колонии имеются. В местном клубе есть большой зрительный зал, оснащенный музыкальным центром, проектором и экраном. Юрист отмечает, что, скорее всего, Ефремов попадет в колонию не раньше, чем через 2-3 недели. Вряд ли кто-то будет формировать этап только ради звездного осужденного. Так что, несмотря на то, что из СИЗО он уже съехал, ехать на новое временное место жительства он будет через ожидание в пересыльных тюрьмах. Напомним, новости о том, что осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов не останется отбывать срок в СИЗО, а уедет в колонию, стало для семьи звезды жутким сюрпризом. По словам знакомых, супруга Ефремова Софья теперь плотно сидит на успокоительных. Для нее этапирование стало громом среди ясного неба.